На протяжении нескольких лет территориальный центр социального обслуживания населения города Пинска в преддверии нового учебного года объявляет о проведении благотворительной акции «Соберем портфель первокласснику». Нынешний год не стал исключением. Все, кто захотел сделать подарок ребенку к 1 сентября, могли принять участие в акции. И вот на праздник пригласили 30 детишек из многодетных семей и семей, которые в данный момент находятся в трудной жизненной ситуации. Мы хотим выразить сердечную благодарность АСБ «Беларусьбанк» за «Опинапринт», за их материальный вклад в наше мероприятие. Также хотим выразить благодарность магазину «Полымя», а также магазину «Полиграф» за то, что они установили у себя коробки, в которые неравнодушные люди, покупая своим детям необходимые школьные принадлежности, также клали и туда. Для этих ребят 1 сентября – тот день, который они с нетерпением ждут. И сделать его настоящим праздником помогли гости лаборатории открытий, которая организовала научное шоу с познавательной и развлекательной программой, а также благотворительная группа в социальных сетях «С добротой по миру», приготовившая для школьников сладкий стол и подарки. Мы добровольцы, которые в свое свободное время помогаем детским домам, малоимущим деткам. Стараемся охватить все слои. Наша организация очень маленькая, может, человек 20 нас всех. Мы стараемся помочь. В соцсетях делаем объявления, привлекаем жителей нашего города, чтобы помогали, участвовали в акциях, не отказывались в наше тяжелое время. В набор школьников входили канцелярские принадлежности. Теперь эти дети выложат на парту свои новенькие тетрадки, карандаши и ручки. И на уроках художественного творчества не надо будет одалживать краски и кисти. И все благодаря добрым людям, которые не остались в стороне и постарались сделать День знаний незабываемым. Очень довольна, это какая поддержка. Сейчас все дорогое. И на Новый год зовут, и на 1 сентября всегда. Огромное им спасибо. Они очень много для людей делают. Потому что без них, без их поддержки многие бы не справились. Очень-очень нужно, потому что действительно первые 11 классы, они самые считаются сложные, много всего надо, все с нуля, все новенькое хочется детям, поэтому очень сильная поддержка, конечно, помощь. Большое спасибо организациям, которые оказали эту помощь. Желаю хороших оценок, терпения преподавателям, терпения, да, и внимания всем деткам, чтобы хватало. Спасибо им большое за труд преподавателям и деткам быть послушными, оценок еще раз хороших.